Всем здорово, народ, с вами Рокутья, мы продолжаем играть в Дельта Форс Операция Картель, погнали! Место рождения. Вашему отряду предстоит пересечь пустыню на джипах, встретиться с частями САС и сопроводить их к месту операции. Необходимо уничтожить противника и захватить нефтяные скважины. Окей? Это, похоже, самая последняя миссия. Осталось... Ну, мотнем как. У нас какой-то... Нифига себе! Каков ваш статус? Прикольно. Наш конвой движется к точке Альма. Есть подробные данные. Это реальный конвой есть. А это просто не, да? Для перечни, для указанной... Пойдёте, что риск будет. Нужно действовать оперативно, чтобы быстро отбросить противника с ним. Да-да-да, масок куба. А что тут есть просто две машины? Это солдат. Ситуация настоящие безумцы, Гарри. В случае отступления без колебаний подожгут скалы. Они уже подвели несколько показать, что не будет. Поэтому вместе с отрядом бесконечного десантного полка отбросите все мятежников, а пожарники верно начнут борьбу. Вас понял. Выйду на связь после контакта с отрядом Д. Конвой 4-2 всем подразделениям. Доложите готовность. 4-3 готов. Почему у нас такого нет? 4-4 готов. 4-5 готов. 4-6 готов. 4-7 готов. 4-8 готов. 1-1 Вы вместе с нами. Это вред, бля. А что у нас с этой машиной? Это двойная рука. Отлично, 5-1 Рад прокатить тебя. Непонятно. Спасибо. Внимание всем подразделениям, мы приближаем к точке Альма. Что вы знаете, какой-то жесткий бой. Не заснул! Приближаемся к победе противника! Плись по гребе за пулемет! Знаю, умею не трясти машину. Не успели. Станцию открыли нефтяные скважины и подожгли. Ёс, прикольно. 3 часа. Закрыли кровь, снайперы, слева! Они за нас! Блин, там на выходе кто-то был. Новый отряд противника! Нет, а это какая-то... Еще одна подмашина, 2 часа. Не, хайзер говорит, что пацаны сзади перебивают. Просто нет неудобно. Я сейчас вообще кого-то... У, на одну... А, не вижу. Но с одной машины уничтожили. Я вон вот ранее приходил. Да, где ты все. Так я не понял, он же машина, типа. А я сначала... Это я сейчас не понял. А не, у нас все машины были сзади. Ну какие, куда? Куда мы жить? Я не прострой. Представьте, что вы вот... Я не знаю, представьте, что нас. О, все, это... А чего у нас одна машина стоит? Это плохо. Нет, нет. Звоните в здание. Видите, как там? А, вот еще я зажарю самолет. До свидания. Ай, о! Ай, там черный. Вроде бы. Я так не вас здесь отправимся в фосфор. Удачи. Вас понял. Удачи всем нам. Так, не идти. 5-1, мы в пушке Альма. Никаких признаков отряда Д. Даем дальнейших указаний. 5-1, оставайтесь. Отряд Д к северу от вас. Они под конвоем рейнджеров и ждут вас. Отправляйтесь туда быстрее. Видите, указаны гости. Нам известно, что в вашем отношении крупные. Вас понял. Парни, быстрее уходим отсюда. Так, сохраняемся. Его нашего убили. Нормально, все сдохли, а я виноват. Короче, идем, мужики. Даже никто не выжил.
Бежим. Ран. У нас так никогда никто не жил. Они толпой бы просто. Че они? Да? Узон просто. Банально, мужики. А нам далеко идти? А, вон, там еще один отряд. Окей, это тут наши. Блин, нам было здесь. Мы подходим к точке встречи. Сейчас свяжемся с нашими и поможем им. О! Могли прорваться. Я видел пацанов, они поиграли. Какова обстановка? Станции заложили бомбы замедленного действия у нескольких нефтяных скважин, сэр. Можете их обезвредить? Думаю, да. Сюда, сюда, командир! И чё? А вот, защитите саперов станции, насколько есть. Так, ой, у нас мёртвый. Ладно. Так, народ, я продолжаю. Смешно там, где вы были, я наконец-то понял, что мне делать толком надо. Бегите. Я иду к аптечке. Это пацан наш раз. Короче, не втянул, пожалуйста. Да. Угрожаем, она не взрывалась. Раз. Защитить не стоит сложно, а теперь там. Понял. Серьезно, еще одна не финальная вышка. Что вы издеваете? Я бы, конечно, сохранился. Ай, ладно, сохранился. Да нифига тут не дают. Они такие, да ну там надо. Пацаны, я... Станции понимают, что сегодня решает их судьба, поэтому сражаются с этим. Это наши или не наши? Нет, не а что там говорят? Нет, это с чем торгует Иран. Без них ресурсов повстанцы потеряют власть. Это закат. Дайте до трех. Минуточку, погнали. Давайте этого хотя бы заберем. Повстанцы понимают, что сегодня решается их судьба. Поэтому скажите. Здорово. Там. Имеешь в виду? Нефть – это все, чем торгует Иран. Нефтяных ресурсов, повстанцы, власть – это закат силы. Он не наплевать. Ух ты, там правильно? А далеко еще? Никакой не так. Он был верхом. Давай хотя бы смотри, что это там делать. Толпа? Ну окей. Там взрывы какие-то идут. Вертолет или еще? Шуй. Обеспечь безопасность операции до спуска. Брит 5-1. Тяжело ранен человек. Нужна немедленная медицинская помощь. 5-1 открыт. Оставайтесь на позиции, пока не эвакуируют раненого. Конец связи. Немедленно вызываем спасательный отряд. Это точно, да. Остальные от борту. Вылетаем в указанный район. Ну где? Я ж толпа вытягивался, да? Сзади точно, я ж толпа. Мне стрелят вообще не нет. Смотри, вообще правильно, что ли? В машине, короче. Назад теперь. В смысле назад? Ой, вы меня сейчас... 2-1. Продолжайте выполнять задание. Мы позаботимся о раненом. Супер. Штаб, персона, придаемся эвакуации раненого. Опишите ситуацию. Цель команды эвакуированного. Ой. Мы делаем безопасность. Я вижу двоих. Вас понял, Бетель. Есть задание. Вам движется отряд пожара. Необходимо сопроводить их до нефтяных скважин. Учищать, пока они не перекроют доступ нефти ко мне. Спасибо, командир. Там мне по кругу гоняют.
5-1, говорит Сова-3. Ага. Ждем вас на посадочной площадке. По мне ведет движение огонь. Можете попытаться посадить вертолет Сова-3. Нет, 5-1, пока не уничтожите гранатометы противника, посадка невозможна. Понял, Сова, и постараемся запасить посадочную площадку. Опять? Ну чё это? Чё куда фигня? Это там идите мне. Зато пускай нет мне. Хорош. Ты как хотя бы все перебили. Что-то мне так. Ой-ой-ой-ой-ой. Это наших перебили тут? А мы хотим вернуться. Надеюсь, удалось. Сова-3, как слышите меня? Можете сейчас посадить вертолет? Посадочная площадка в безопасности? Да. Сейчас в безопасности. Минут через пять не знаю. Кончай болтовню и сажай вертолет. А кто ранен? Мы сказали, один ранен. Вы все слышали, парни? Обеспечьте им прикрытие и проворотим новые отряды техника. Держаешь, командир. О, все понятно, что это будет базуками. Так, сохраняюсь. Блин, не надо. Лицей тоже защищать получается. Обеспечивай там, еще держит. Дайте. А не на этот? Этот какой-то заступивший. А чё этот тут нет? Алло. И чё мне с ним делать? Кто он бежит? Почему так не сделано? Нифига, да? Слышь, Алёнь, мне сейчас вообще куда-то... Да, вообще не пойду, побежали. Ура! Штаб, говорит 5-1, задание успешно выполнено. Потушено, район контроль. Запрашиваем разрешение на медленную эвакуацию. Поздравляю, Петя! Отряд настоящий. Ого, наконец-то. Два раза, даже три раза. Встретитесь с ними, заберите ребят из специального десантного полка. Ты что, что-то как раз задание перевыполнять. Потому что чувак заел ему в стенку. Ладно, прошли, да? И, да. Есть еще крепость, в смысле. В Иране еще есть крепость. Всем здорово, с вами Рома Тя. Мы продолжаем играть с Dr. Force Press Cartel. Крепость. Я офигал, я думал, там это все. Ну, речь крепость. Вашему отряду предстоит возвратиться в средневековые крепости и взять ее штурмом. Не уходите захваченного заложника и остановить лидера повстанцев. На сколько нам дает сохранение? 3. О, ну думаю, не особо. Тяжелым не смогу. Штаб всем подразделениям. Вы вступаете на контролируемую повстанцами территорию. Противник окопался в средневековой крепости. Соблюдайте повышенную осторожность. Притвор к стенке и будет сражаться до последнего. Займите лидера поста, возможно, поддержка воздуха. Начинал заложник. Нет, 5-1. Уничтожьте первую батарею прорывов. Вторите лидера поста. Это все, что сообщил нам перед тем, как попасть в плен. Вы должны спасти 6-1 и устранить лидера повстанцев генерала Канюма. Хорошо, вас понял, вы уверены, поэтому что можно генерал здесь? Да, 5-1. Ему не скрыться от нас, он обречен. Первая цель вашего задания – уничтожить вражеские ПВО, чтобы вертолеты смогли удержать поступление. А мне? Будет цель. Сделано, конец связи. Да, два человека. Посмотрите, кстати, 2-3 человека. Помчались. А у нас тут уж трое. А, наверное, с пулеметчиком тоже пошли, да? Да, мне, кстати, дали пулемет. Связи. Я не знаю, наверное, уничтожим
сначала этот, а потом пойдем. Кто-то уже бегает. Там муха отстанет, съебал. Прицепилась мне руки, еби несчастный. Так, вперед, вперед, вперед. Откуда? Позади. В смысле, почти. А как мы поймем, как я пойму, какая здесь цель? Да хуй, подожди. Я понял. Ой, а мне, кстати, Ремингтон дали, значит, будем где-то в здании штурмовать. 5-1, куда ты, черт, тебя дери! Сворачивай назад и заверши задание! А я что, не туда иду? 5-1, куда ты, черт, тебя дери! Вот, сворачивай вот назад и заверши задание! 5-1, куда ты, черт... Ладно. Блин, спешно. Дай, ёлка. Глаза открой, ёлка. Займите укрытие! А я попробую прорваться сквозь эту завесу. Я хрен знает, что там творится. Они еще туда говорят, где они. Там на крыше еще кто-то есть. Ну хрен он знает. Давайте вот забрать меня. Так, я не сюда не жив. Где вы его примерно видите? Идем дальше. Держаться вместе, не хватало заблудиться в этих трущобах. Ладно, всякий случай сохранить. Это, конечно, не хватило. Блин, я пошел, короче, за пацанами, пацаны забраны. Ну, куда дальше? Было прикольно, если 5-1, вы куда, блядь, пошли, его? Я бы тоже сам сказал. А куда идти, в смысле? Подожди, мне туда говорят идти. Я через мусор не могу пройти. А мне с чем его взрывать? Мне что надо? А, это на батарею. Подожди, я как мне там пройти? Там есть, конечно, проход, может. Вот тут, там есть какие-нибудь. Я хрен его знает. Хорош. Пакетчик едет. Пакетчик едет. Не-не-не, пацаны. Ступай. Идем. А вам все пакетчики. Да что ты дальше делаешь? Я такой путь нашел. Я там попадаю сюда. Ну, он почему-то не сдох. Честно. Нет, я видел, что это масло. Шайба. Так, короче, мы продолжаем. Я не знаю, где-то что-то затупили, у меня запись вылетела нахрен. Идем. Короче, какая-то крепость. Часть называется. Они что-то тупят, стоят. Я сохраняюсь.
Я не знаю, что все тупят. А я откуда знаю? Я как раз его ем. И где? Засранец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куда ты пошел один? Слышь, команда им. Хорош. Я здесь помню, что че я найди написано, чувак? Это враг или нет? А что иначе? Чел, там стена. А, он не дал. Так, все куда-то подошли. Опа, лестница. Минуточку. Наша сейчас на цель. Пойти нас наверх, и там должна ПВОшка. Или как это правильно называется? Ну да, ПВО. Одно я уже взорвал. Пацаны, прикрывайте. У меня задница. Ай. Когда я на той был? О, наш вертолет видно. Прикол. Не особо мы так далеко не ушли. Так, какая там подсъемка. Это еще мне нравится в Дельте. Командир, засекли последнюю батарею ПВО. Понимаю, нам туда и осталось. Бля, у меня сохранение закончилось. Хреново. Будем... аккуратно играть. Я ж хотел. Так, давай берем... рационный заряд. И пошли. А далеко идти вообще? Да, ой, еба, там раз, два, три, четыре пулемета. Даже пять нас встретят пулемета. А там, кстати, джишек много. Какая-то вообще жесть творится. Я ж вспотел. Это, кстати, прикольный запах. А нам что, туда надо или туда? Да. А, наш... а, на вертуху. Так, не понял. Да, так, народ, я, короче, взял. А, на улице я не видел. Короче, что хотел сказать. Я перехожу на более удобную позицию. Я взял снайпер, видно много удобных. Черт, на внутреннем дворе полно гранатометчиков. Не мешайся. Им вообще легче. Тут реально издыхаешь почти мало. А пацаны отбивают. Подходят. Ой-ой, ё-мо, это еще один. Последняя батарея ПВО. Thank you.
крыша.